Узнать о своем здоровье здесь и сейчас. В городе состоялась акция «Стоп ВИЧ». Традиционно передвижной пункт расположился у торгового центра «Строитель». Потому что у меня ребенок растет, я должна знать тоже. Здоровье – это важно. Но это не больно, быстро и результативно, результат быстро готов. Передвижной пункт простоял у торгового центра 4 часа. Первоуральцы проходили обследование и уже через 15 минут узнавали свой ВИЧ-статус. На сегодняшний день Свердловская область занимает 4-е место по количеству ВИЧ-инфицированных. На учете в Первоуральском СПИД-центре состоит больше 4500 человек. Поэтому передвижные акции проходят довольно часто. Помогают в ее проведении волонтеры. В их роли в этот раз выступили студенты корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии». Они раздавали листовки, предлагали людям пройти обследование и сами сдали кровь. Сегодня мы тоже прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию вместе с нашими студентами. Дело в том, что проблема ВИЧ-инфекции очень остро стоит в нашем городе, и мы об этом, конечно же, говорим нашим обучающимся. Поскольку формирование навыков ответственного отношения к собственному здоровью – это очень важный аспект воспитательной работы.